Идет на край почта вся, пожалуйста. Кто срывает? Ну, срывает, да, вот товарищи, которые, пока милиция, был ОМОН, освободил, только ушли. Да, никаких документов не предъявлено, почта вся стоит, стоит вся на край почта. Поэтому у меня все срывается, понимаете? Я не знаю, как мне теперь быть, но я сказала, что дело очень серьезное. Железнодорожный состав тоже остановлен, да? Ну, что вы говорили, там да? Почта, да, пока пошла вроде. Пошла? Угу. Ну, еще неизвестно, что будет по дороге, да. По краю Василийский обмен. То есть вы предполагаете, да? В городе, где часть распространена, часть здесь вот по машинам. Вот эта машина на одно направление, та на другое. То есть частями арестовывают тиражи. Половина почты погружена, половина запретили. Часть запретили погружена своей властью. Категорически. С автоматами, со всеми. Вот работники боятся. Страху нагнали на людей, и все, на простых людей рядовых. Никакого постановления, ни сюда, ничего нет. Возьми, напиши один раз. Начальник, ссылаются все на начальника УВД города Кривошвили. Братки Дарькина и Кривошвили, сегодня здесь братки были тоже. Они вместе арестовывают газету. Вот смычка хорошая, Кривошвили, и эти ребята, сам знаешь, чьи они, на джипе. Очень плохо. Вне политики, причем здесь мы? У нас договорные отношения. Мы работаем. Да-да. Так. Мне сказали, я буду в 19. Все, Леня, буду. Все, пока. Они же меня исправили. Я написал нарушение закона. Да? Они как будто нарушение такое. Все вообще. Да нет вообще, что там сказано. Возьми газету, почитай. Просто обычный блок. Да, все. И из вагона измешено. Ну, из вагона? Ну, все наши машины, а там вагона не проходили. Ну, значит, нам подскажи. Ну, значит, на команду должна взять. То есть, выгружаете нас, да? Тут трудовая. То есть, на песню какие-то. Да, все. Где это самое? Где это самое? Машина в Фолкуновске, это как? Не, машину вам не дам. Машина идет, с почтового управления, она идет по Москве. А остальное тогда уже завтра будем с утра. Основа ничего все. Они ничего дополнительного. Ничего не будет. Алло? У вас есть это самое? Да. Одну машину с почтой, да? Да. Ага. Почта, все это самое. Да-да. Если работники письма не сделаете, потому что многие же уже запустили. Ему надо тоже. Все понял, я скажу. Ну зайдите, все, все, Леня, ага. Зайдите там посидеть. Пройдите.
Разверни пиратку. Просто разверну, положу и ты снимешь. Так, Петя, давай ты подкидай.